выехали на Ширинскую дорогу. Мини-слалом. Здесь еще пока нормально. Поставили знак снижения скорости, чтобы люди сильно не теряли позвоночник, потому что он высыпается на этой тряске. Походу вместе с запчастями от машин. Богослову более-менее, пусть богослову жопу полную. Здесь еще относительно неплохие участки дорог, если не считать изредка встречающихся ям глубиной до 20 сантиметров.
Богослову, пока еще дорога вполне неплохая, если не считать редких, но очень глубоких ямок. По своей форме они напоминают рытвины от снарядов. Этот участок объезжать. Вот этот участок еще лучше, так как ямы слоистые. С любовью заделаны, то бишь практически заткнуты, непонятно чем. Сказать, что жесткая
подвеска, ну простите. Пугающие ямы. Снова виляние по дороге. Попытки найти ровный участок для проезда. Впереди идущей машине вот очень хорошо заметно. Снова выход на встречку, так как здесь дыры заделаны. И опять ровный гладкий участок. В общем-то, даже довольно продолжительный. Здесь можно передохнуть. Машина идет плавно и ровно. Хотя и на этом участке встречаются изредка весьма большие пробои. Снова участок со старым покрытием, не ремонтированным. Бесконечные трещины, ямы, провалы весьма глубокие. Ярославской области огромное количество автомастерских, потому что ездить по таким дорогам, машины разваливаются по ходу движения. Это уже очень неприятный участок. Проезжать через него надо либо на очень большой скорости, либо на очень широкой профильной резине. Бесконечные ямы, выезды на встречку. К сожалению, на встречку тоже надо поезжать аккуратно, не всегда можно. Дорога ужасно опасная в этом отношении. Вот он еще один очень красивый участок. Трудно показать, соскакивает камера. Вот один из тех участков, где машинам невозможно даже выбрать место проезда, потому что очень ясно. И ямы очень глубокие. Вот еще один участок, краше некуда. Глубина ям разнокалиберная, разноуровневая. Все прелести славам. Впереди идущей машине очень хорошо видно, как приходится объезжать эти сумасшедшие участки. Выглядят они просто разбомбленными. По ним совершенно невозможно ехать. Весьма опасно для машин. И вот мы доезжаем до перекрестка. Дорога двигается дальше на ширине. Качество ее ничем не лучше, чем этого участка. Даже хуже. Эта дорога еще более-менее. И тоже ям хватает.